передовая позиция в сгоревшем здании. Здесь стоит утес, стоит ПК, и мужики контролируют дорогу. Их задача блокировать любые перемещения украинских войск. Вот несколько машин недавно пытались заскочить в этот сектор, но их там и оставили. Вот недавно отработали 3 машины по данным, вроде бы как радиоперехвату. Панам. Значит, чего-то стоим, раз по нам работают. Конечно. Раз по вам стреляют, значит, для чего-то стоит. Это оценить надо, да? Да. Все, принял тебя. Ну там одна на углу, мы ее с коптера снимали. Ну что, наша задача пацанов прикрыть просто плотным огнем, чтобы они, короче, башку свою не высунули. Ну, такие дела. Ничего, сейчас я стреляю из одного. У нас нормальная группа ходить будет, прикрывать их нормально будет, народ крупняк будет прикрывать. Точка у него посередине здания, прям посередине, третий этаж. Надо посередине? Да, прям посередине здания. Вот он третий есть? Этаж посередине. Да, сколько видишь? Может, туда отработать? Блядь, слепись. Зато пацаны зашли все, блядь. Все не долетало.